Итак, всем привет. Сегодня у нас Ронни О'Салливан и Али Картер. Ронни О'Салливан, to break. Чемпионат мира 2012 года. Финал, 11 фрейм. Матч до 18 побед. Рефери Микаэл Тап. Начал фрейм Ронни. Nine. Forty. 41. 41. На первом же ударе ошибся Картер. Ронни вступил в атаку, уже 46 очков. И продолжает свою атаку. 46. 47. Один открытый красный еще есть. 52, 53, 60, 61.
8. 9. Позиция здесь очень хорошая, чтобы украсть фрейм у Рони. Все красные на игре. Посмотрим. Alicato, 14. Ronnie O'Sullivan won, and Diffrey. Thank you, frame 13, Ronnie O'Sullivan to break. Я думаю, что только гений смог бы забить тот красный шар. Выиграл тем ударом фрейм, фактически, и счет стал... Сколько? Выиграл 7-ю партию. А сейчас 13-й фрейм.
6. Seven. Thirteen. Twenty-one. Ronnie O'Sullivan, 28. Ошибся Картер в отыгрыше. Ронни набрал 28 очков. Ну, вроде план посмотрел в лузу. Не упал и, к сожалению. One. Для Ронни ход переходит к Картеру. Seven. Nine. Ronnie O'Sullivan, 9. Похоже, что этим промахом Ронни выигрывает фрейм. One. Позиция для победы довольно простая уже. Six. Seven. Fifteen. Twenty-two.
31. Ronnie O'Sullivan, 36, and Devlin.